Да я тебе отвечаю, давай кокнем одного из них, либо бабу Чебурака, либо самого Чебурака, и у нас прибавится по одному. Во сколько у тебя? 32, у меня 28, и будет 33 и 29, а? Давай! Они же ведь враждебные существа, как мы вообще сразу про них забыли? Надо было в первую очередь их кокать. Давай, доставай меч. Я, если сейчас меч достану, то только для того, чтобы тебя разочек по башке кокнуть. Ты совсем с ума сошла? Причем здесь баба Чебурака и вот это и сам Чебурак. Нам надо злых монстров убивать, чтобы ачивку выполнить. Причем здесь наши псы. А хочешь сказать, эти собаки не злые ни разу, а? А ну, давай, подними их, подними. Это же твои собаки, давай, поднимай, поднимай. Я тебе сейчас все покажу. На, а? Смотри, видел? И где они не злые-то, а? Посмотри, какие собаки вообще. Все, пол сердечко, пока, вот я тебе говорила. Вот потому что так тебе и надо, ненормально. Я та-та-та-та, Чебурак, обратно туда, баба Чебурака на место, сюда подойдите. Так потому что ты меня не бей, их тоже не бей, и они тебя тоже атаковать не будут. Хорошие песики, держите рыбку. А, вы рыбку не любите? Ну тогда свининку вот это на, держите тебе и тебе хорошие. Чтобы псов моих не трогала, ненормальная! На, по башке тебе! И чтобы собак моих больше не трогало вот это ненормально. Естественно, если я сейчас Чебурака вот подниму, о, да, вот, он пойдет еще раз вот эту жопу тебе откусит. Все, все, иди сюда, он больше тебя трогать не будет. Слышу, рычит на меня. Злые, я тебе говорю. Они злые, потому что ты их хозяина по башке стукнула, поэтому они злые. У меня, слушай, такое вообще ощущение, то, что ты комментарии подписчиков совершенно не читаешь, да? В смысле не читаю? Я все, между прочим, прочитала и знаю, кого там нам советуют еще убить, кого мы еще не кокнули. Ну так вот именно, заходи в комментарии и вот там вот читай, а не псов моих вот этих вот трогай. Я тебе говорю, они тебе жопу рано или поздно откусят. Вот, смотри, убейте Иллюзиоророро. Как он там называется? Иллюзионист. Да хоть рычать уже, что хочешь. Иллюзор или иллюзионист. Читай. Давай. Раз, два, три. Вот, пишет, убейте иллюзиониста. А вот, давай, где вот этот твой иллюзионист? Ты это слышала? Какой иллюзионист? Который голубенький такой в плаще со звездочками. Или вот, хорошо, ладно, смотри, заяц-убийца, а? Какой заяц-убийца? А чё ты у меня-то спрашиваешь? Это вот комментарии подписчиков. Ты у них и спрашивай, чё они пишут. Так этих монстров в Майнкрафте даже не существует. Это Херобрин. Ты Херобрина убить хочешь? Но он же по-любому враждебное существо. А, то есть все, весь сезон выживания ты в Херобрина не верила, а сейчас резко поверила, да? Ну это в комментариях пишут. Вот, кстати, еще пишут. Скоро вот через 175 тысяч 10 миллионов стукнет. Готовьте 3 коляски, 3 бутылочки, 3 соски. Вот это да, вот это да. Через 175 тысяч вот это... 10 миллионов, вот это подписчика, да, успокойся, все, успокойся, баба Чебурака. Нет, подожди, мы же в предыдущей серии с тобой вроде как примерно догадались, кого нам надо убить. Вот эту, это, жабу подводную, огромную, вот эту, помнишь? А, вот эту вот, это сорокостанцию, да, вот эту рыжую длинную с хвостом. Ну все, тогда по лодкам и поехали. Именно ее, она тебя еще какое-то-то там время в башне Рапунцель держала. Помнишь, когда я тебя там за вот это заточил? Давай не будем это вспоминать. Садись в лодку. Фигню какую-то пишут, иллюзионисты. Таких даже в Майнкрафт никогда не добавляли. Это советы подписчиков меньше слушай, я тебе так скажу. Ага! Иллюзор, а не иллюзионисты, а тупые мы тупицы. Иллюзионисты в цирке выступают, там фокусы показывают, а это иллюзор. Да фиг его знает, как он там называется, да в любом случае его нет в Майнкрафте. И все, надо это уже принять. Слушай, вот там находится эта рыба, страж огромный.
Но я до сих пор не знаю, а ты вообще уверена, что мы его до этого не убивали? У меня что-то есть такое ощущение, что мы же кокали его, не? Я не помню, ну вроде бы ты притаскивал мне его в башню Рапунцель, он там просто сидел. Навряд ли мы его там кокали. Может быть, ты убил, а я, может, не убила. Я не знаю так. И не помню. Ладно, что правда, то правда. Катюха его не убивала, а вот по поводу меня, честно, я даже не помню. Я его притаскивал в башню Кати, а что там было, я не знаю. Так, держи, это тебе, попробуй загадочное рагу, и я тоже выпью, давай вот это за компанию, ага. Не повезет. Давай. О, прыгучесть! Ну тебе всегда везет, а мне всегда какая-то фигня попадается. Ну сейчас голод появится, и я потом сожру. Так, ты зелье взяла, я надеюсь, чтобы мы с тобой под воду туда спустились? Две баночки зелья водного дыхания с собой. Давай, на бочку выбрасывай и потопали туда. Только давай сразу с тобой решим, кто его первый кокает, я или ты? Я. Тогда, Катя, настал тот самый момент, когда... свой шлем я подарю тебе. Держи. Да ладно. Последней серии 70 она ходит без шлема, она его просто лохушка, лохопень вот это сломала в один момент, поэтому я дарю тебе свой, а себе потом когда-нибудь сделаю, вот. А как же ты сейчас, это же все для меня, спасибо. Спасибо большое. Конечно, для тебя, ты же моя девушка. Тебе шлем и подарил, все. Все, иду убивать его, отойди. Да подожди, я его давай убью, подожди. Или ты его убьешь. Короче, не знаю, это самое главное, зелье-то выпить не за... Да вы откуда тут взялись, пацантре? Так, на них не обращаю внимания, зелье пьем и убиваем стражей. Так, самое главное, ты оденься, а то ты опять... А нет, ты не голая, ты молодец. Самое главное, чтобы вот этот утопленник с трезубцем не появился, а то я уже вот этих утопленников с трезубцами ненавижу просто. Ой! Все, а мы с тобой, лошпедосы, мы с тобой вот это не взяли ведро с молоком, чтобы вот эти эффекты, господи, так, сейчас подожди, выпью вот это рагу, и у меня слабость. Ну, конечно, мне прям всегда очень сильно везет. Ты где? Ты где, Кать? Я убиваю стража. Какого нафиг стража? Ты где? Ну, я вот эту фигню, эту зубастую убиваю. Ты что, уже внутрь, что ли, залетела? Подожди, это не страж? Я откуда знаю? Ты возле меня должна была держаться. Возле меня 4 утопленника, Кать! Ты где? Вылези наружу. Так я наружу! Какой руже? Наружной! Где ты? Ёберный кокос! Вот ты где! Наконец-то я тебя нашла, я убила его. Кого ты убила? Ну вон он, сзади тебя, рыжий, серый. Господи, да мы не их сейчас будем убивать, Катя, а их главаря, который находится в центре вот этой пирамиды. Мы не за ними пришли. Фу ты, ё-моё. Ёперный ты, вот он где-то вот там, я даже видел, как у него там хвост торчал. Короче, не отставай, за мной сюда поплыла давай, ага. А он один получается? Ну вроде как один, только ты вот этих вот тоже фигачи, то они очень много урона наносят. Их надо зажимать, прям в угол зажимай их. У меня одно сердечко тыкало, не кокайся, самое главное. А чё они так сильно бьют? У нас с тобой незритовая бронька. Вот это, лук бери, луком их хорошо убивать вот так вот. Давай, надеюсь, у тебя стрелы так. Есть. Есть стрелы, все отлично, так, живем. Давай, кокай их, кокай. Мы до сих пор еще главного даже с тобой найти не смогли. Зато уже золото нашли, оно вот там внутри находится. Да может быть, ну в бане его, а по-любому мы его с тобой убивали. Поехали отсюда обратно домой. Да подожди, нет, там его кокнуть 100% надо. Да ты видишь, сколько их тут много, мы не выживем тут. Катюха, у нас водного дыхания осталось ровно на 1 минуту! Давай, быстро! Ну мы не успеем ничего, давай отсюда валим, уже я задолбалась, пожалуйста, давай других убьем. Успеем, все успеем, главное вот сюда, наверх, со мной, заплываем. Это он, давай, я с лука валю, а ты мечом давай вали, у нас все получится. Давай, бьем, помогай, не надо, чтобы я последний удар нанесла. А что так? Ты его кокнула или я его кокнул? 29! 29! Это я его кокнула! 29, все, можно вздыхать. А
я-то его не кокнул, получается, мне тоже его убить надо! Так ты же по-любому его кокал еще в предыдущих сериях-то, ну! Да не было такого, я не помню, честное слово! Что, нам новый данж искать? Я не знаю, короче, вот это за золотом пошли, пока мы с тобой окончательно не кокнулись. За губками и за золотом. Они где-то вот здесь находятся примерно. Да забей ты на это золото и губки, пошли домой. Я не могу достать до золота утомление! Срано, еще одну минуту было! Как мы с тобой 9 вот этих блоков золота прокакали! Да я тебе говорю, пофиг на это золото, у меня 40 секунд водного дыхания осталось. Я скоро присоединюсь к тебе. Давай, я уже сдох. Жду тебя дома. Давай. Кто? Две штуки остались. Кто? Кто может быть? Погоди, давай вспоминать логически. Всяких примитивных мы с тобой точно убивали. Больших животных и всяких монстров мы убивали. Есть какие-то... Вот летучая мышь в шахте летает. Ее можно кокнуть? Она враждебная? Да ее кокнуть можно, но она... Нет, она совершенно не враждебная, даже если ты ее ударишь. А по поводу мелких, мы с тобой эндермита убивали, эту чешуйницу из эндерперла. А кого еще, я не знаю. Сейчас, погоди, еще почитаю комментарий. Вдруг там еще какой-нибудь завалялся один. Так, это было, это мы убивали, это чешуйницы. Подожди, так мы же убивали чешуйниц с тобой, которые вот из Эндерпера. Тут пишут чешуйницу. Так, существуют два вида чешуйниц. Существует чешуйница из Эндерперла, а существует чешуйница из этого... Из крепости, там где Эндерпортал. А мы с тобой чешуйницу хоть раз в жизни убивали? Я не помню, даже не знаю, как они выглядят особо. Но надо попробовать, значит. Крысы мелкие, такие серые. Так ладно, если ты не помнишь, если ты не знаешь, тогда вот это фейерверки бери и полетели за мной вот в ту сторону. Давай, не отставай. Подожди. И вот сюда, вот в дырочку, самое главное. Вот так вот, ты там не отставай, Катюх. А, эти дырочки меня уже заколебали, давай быстрее. И вот сюда, вот так вот вниз. Все. И здесь должны быть чешуйницы, потому что здесь все вот эти кирпичи, камни, называй их как хочешь, они вроде зараженные, как я знаю. Может быть, не прям все-все... А вот! Убивай! Да ты не фукай, ты убивай давай ее, пока она за мной бегает, убивай! Фу, какая она мерзкая, фу! Ага. А еще появилась, еще две! А вот это, подожди, а вот это уже мои. Так, вот этих мы кокнули, проверяю, у тебя прибавилось или не прибавилось? Да, 30! Оказывается, мы этих крыс не убивали, у меня прибавилось, ура! А у меня сейчас 33 из 34! Еще есть кто-то один, кого я не пердохал. Кто это может быть, Кать? У меня есть одно предположение. Какое? Если ты знаешь, кого я не убивал, тогда сразу и говори. Но нам для этого нужно отправиться домой. Скажи, кого я не убивал. Это секретная информация, ты должен до нее сам догадаться. Ты что, офигела, что ли? Мне ачивку выполнить осталось, отдавать вот этого существа убить. Да все, тихо, давай отправляемся домой, я тебе там покажу. Как ты заколебала, ладно, давай. А, фу! А меня кто убьет? А, ладно, в лаву прыгну. Я тебе дома скажу, скажет она дома. Не надо, пожалуйста, его убивать, я тебе говорю, ты его по-любому уже кокал, у тебя уже прибавилось, пожалуйста, не надо, это же наш охранник в этой условной тюрьме. Если он заключенный, как он будет заключать или не заключать кого-либо? Слушай, я пока его не... Опа! А ты тут не потерялся, вот этот малыш? Он что, застрял? Я тебе говорю, я пока этого Эндерстража не убью, я не успокоюсь прям вообще ни на капельку, потому что я не знаю, я его притащил в эту башню, а убивать или не убивать его, да такого не было даже. Сейчас посмотрим, если ачивка выполнится, значит не убивал, если не выполнится, значит надо будет искать кого-то другого. Оставь его в покое, я тебя молю, пожалуйста. Быстро вот так вот берем молоко, выпиваем, ломаем, вот так вот и начинаем пердохать его прям так в глаз. Катя, держи за меня кулачки, чтоб...
Я его убивал. Я же тебе говорила. Да я откуда мог знать то, что я столько эндерстражей вот этих перепердохал? Вот ты чё ты орёшь? Вот ты чё ты орёшь? Мы сами не знаем, кого нам ещё убить надо, вот ты орёшь! Кать, убей его, чё он орёт? Ну вот, ещё один! А я знаю, кого тебе надо убить. А я знаю. А ты не знаешь, а я знаю. Вот ты не догадываешься, а я знаю уже, кого тебе надо убить. Если бы ты знала, кого мне надо убить, ты бы уже давным-давно сказала, кого мне надо убить. А ты сам подумай. Вот я не знаю, вот логически поразмышляй, кого ты еще не убивал. Я в душе не чаю, кого я не убивал. 34 существа, я уже перекокал даже самых редких. Остался один последний. А это окажется в конце, я не знаю. Да кто это вообще может быть в конце? Загадка, загадка. Какой твой любимый фильм из марвеловских фильмов? Из каких фильмов? Из фильмов Марвел. Железный человек! Вот, кстати, он и пришел! Только это не железный, а золотой человек, а чё? Хорошо, другой любимый фильм. Капитан Америка! Ты тупица, господи. Третий твой любимый фильм, ладно. Тор. Все, я с тобой больше не хочу играть. Да какой ты, скажи мне, нормально! При чем здесь Марвел вообще? Скажи, кого мне? Мне что, железного человека? Ну пойду я убивать Тони Старка тогда или что? Что ты от меня хочешь, женщина? Паук. Паук, это подсказка тебе. Паук. Так мы пауков в предыдущей серии убивали Дуримонда. Мне не надо пауков убивать, Кать! А теперь, если логически еще хорошенько подумать, какой еще есть паук в Майнкрафте? Есть обычный паук. Есть... пещерный паук и... и есть паук... С кем? С кем? Вот этот... скелет. Не скелет-паук, а в смысле есть такой паук, на котором катается скелет, но он прям очень редкий. Браво, наконец-то! Пошли его искать! А при чем здесь железный человек? Ай, тебе с тобой в шарады и в ребусы вообще играть бесполезно. Иди и жопу откуси, а, баба Чебурека. Она что-то вообще обнаглела. Кать, обратно подойди. Баба Чебурака с тобой поговорить хочет. Не хочу я с ней разговаривать. И с тобой тоже не хочу. Ой, отстань! Давай жопу откуси! И кусок... Я же с луком! Луком нацелюсь на нее! Ага, только попробуй! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8, 9, примерно 9 скелетов в одном месте, 4 крипера, 1 золотой и горюнчик. Ну вот скелет... А... Скелет-то пауке, Кать! Чё? Чё, реально просто пришли в вот эту пустыню скелет на пауке! Ну так убивай его скорее! Так, сдрыстите все по сторонам! Быстрее! По башке и последний удар! Ура! Я же тебе говорила! Наконец-то! Пол сердечка! Да все, можешь умирать! Да не хочу я умирать лишний раз! Так вот, отойди в сторону! Отойди в сторону! Да! Так это чё, это реально вот этот был Кощей Бессмертный на пауке? А как нам так повезло то, что он сразу здесь оказался, просто посередине пустыни вот это? Да потому что бог Майнкрафта слышит, что нам нужно, и посылает то, что нам нужно. Так, зверобой 34 из 34, господи, мать моя женщина. Ну все! Так, а второй есть, я тоже хочу такого. Второго, это по поводу второго, я не знаю, походу нам очень сильно повезло, что и в предыдущей серии, когда вот этот лошадь-скелет, ловушка вот эта заспавнилась, это вообще обосраться. Короче, Кать, осталось тебе выполнить, и можем переходить к следующим вот этим ачивкам. Слушай, я уже задолбалась эти ачивки выполнять. Да и, по-моему, мы все выполнили уже с тобой. Слушай, а зомби-житель считается как отдельный зомби? Или это тот же самый зомби, который зомби только как житель? Не-не-не, он считается. Кстати, я сейчас его кокнула, надо посмотреть, у меня прибавилось? Нет. Так, идем домой. Главное, у меня есть ачивка, а с тобой потом разберемся. Давай. А, конечно, я всегда на втором плане. Ага.
Зато теперь я знаю, кого ты не убивала. И сколько... Там... Ты кто? Это кто? Нет, нет, ничего не говори, просто убей. Просто убей и все. Так. Подожди, Катюха, не убивай! Если, нет, если я Катя его убьет, я убью, если я Катя убью. Его убьет, так, так, а Катя его не убила, лохушка, так, что загадать, что загадать, что загадать? Если я убью, из него выпадет трезубец, тогда на что, 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 Катя, быстро думай! Убей, убей его просто! Так, дай! Я себе на жопе сделаю татуировку жопы! Фу. Ну хотя бы сейчас пронесло, Катя, хотя бы сейчас пронесло. Татуировку жопы на жопе, ты о чем думал вообще? Зато не выпал, зато не выпал.